Перед вами меню полуавтоматического аппликатора AE2+. На нем вы видите пуск, стоп, сброс параметров, настройки, количество выработок в штуках, время. В настройках. В настройках вы видите выхода и запуск каждого модуля отдельно. Также есть выбор режима. Выбор режима — это либо одна этикетка, либо две этикетки. Также вы видите перед собой выбор интервалов. Первый и последний пункт — это для оптического датчика на флакон. В данной комплектации он не установлен. Второй пункт и интервал этикетки — это проворот флакона перед наклейкой этикетки. Интервал выйдет этикетки — это проворот флакона после этикетки, для того чтобы обкатать ее. Интервал двусторонней этикетки — это выбор промежутка между двумя этикетками. Также есть очистка счетчика продукции. Ну и, в общем, какое количество счетчиков продукции надо выработать, тоже устанавливается. Режим пуска либо от педали, либо от оптического датчика, в нашем случае только от педали. И панель настройки — это уже настройки самой панели. Время, дата, ее яркость и звук самой панели. На этом все. Я вас благодарю за внимание. Всего доброго и до свидания.